Hola amigos, ¿qué tal? Soy yo, Catherine Yubero, desde Rusia con amor. Y pues muchas personas han comentado que les gustaría que haga una entrevista con mi abuela y le pregunte sobre su infancia en los tiempos de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Porque es la verdad, ella tiene muchísimas historias para contar y son muy interesantes. Las escuchaba cuando era niña y ahora me gustan aún más porque veo todo desde el otro punto de vista. Y por eso en el vídeo de hoy tenemos una invitada muy especial que es mi abuela. Se llama Yekaterina también, como es mi nombre, se llama uh, igualmente. Pues como podéis imaginar, ella no habla español, por eso la entrevista será en ruso y después voy a poner los subtítulos en español para que entendáis todo. Entonces, si estáis listos, adelante. Soy el fuego que... Бабушка, представьте, пожалуйста, сколько тебе лет, и вообще сколько тебе было лет, когда началась война, и как тебя зовут? Меня зовут Екатерина. Когда началась война, мне было три года. Сейчас мне 82 года. Расскажи, пожалуйста, что-то вот про, про свою семью. Какая-то информация краткая, сколько у вас было в семье? В нашей семье у меня было три сестры: папа, мама и э, старшей сестре было когда началась война, 14 лет средний, 9 лет, а мне было три года. <связывая> <связывая> а, ну что еще? <связывая> а ты, ты помнишь вообще а, момент, когда вы узнали, что началась война? Да, но ну, я а, в начало войны а, сама не очень помню, но <связывая> мама, когда папу забирали на, на фронт то э, все плакали я помню, что все женщины плакали, потому что оставались дети и только женщины. А вот э, сам э, момент, когда вы узнали вот что началась война ты, э, ты помнишь вот сам момент или ты была очень маленькая да ты, ты, ты не помнишь сам момент я конечно не помню но когда началась война то помню это было на второй день наверное или через несколько часов при при молодые люди приехали на мотоциклах Uh, Niemce. Niemce, da. Por cierto, uh, la ciudad donde vivía mi abuela con su familia se encontraba muy cerca a las fronteras de Bielorrusia, por eso los alemanes llegaron tan pronto, uh, en cuatro o diez horas, um, a, a Smolensk, a, a Rusia, ya porque la distancia es muy pequeña. Это оказалось. были, видимо, студенты, как мама говорила, uh -huh. что их послали тоже... Они не хотят воевать, что uh -huh. их послал Гитлер. А, на, а, а нас убеждали, что вот немцы придут и будут нас убивать. Uh -huh. Но мы это не почувствовали, потому что они вели себя очень э, хорошо. В общем, мирное население они не обижали. Даже детям э, они первое время... Получали из Германии много посылок, uh -huh. и нас всегда угощали, uh -huh. угощали всякими вкусняшками, uh -huh. конфетами, uh -huh. хотя мама говорила ничего от них не берите. Uh -huh. вот. И вы не брали, да, наверное? Ну, мы, конечно, не брали, uh -huh. и поскольку мы жили в глубинке Смоленской области то э, сидели в основном на печи на русской, потому что не было ни света, ни, ни, ничего не было. Э, топили только русскую печь дровами. И мы там сидели за печкой и выглядывали, как они, э, где они располагаются и чем они будут заниматься. Э, а э, и вот бросали ты... нам конфеты туда за печку. И мы, оказывается, у нас еще за печкой и там куры были. Mm -hmm. в деревне. Mm -hmm. И конфеты когда попадали нам, а когда mm -hmm. попадали курам. Mm -hmm. Да, но они вели себя очень хорошо к мирному населению, относились очень хорошо. Папа не было еще бои, бои еще не наступили, в общем не бомбили ничего еще. А смотри, то есть они приехали, да, и они остановились у вас дома у нас, или как? У нас дома, да, потому что в деревне, в деревне они, ну у нас был большой дом, угу. и они остановились и в общем. Даже такие моменты были, что мы там следили за ними, они играли, молодые парни играли в карты, и мне было очень жалко одного немца, который проигрывал, его били половником по лбу, и мне было их очень жалко. <свят> <свят> Но, в общем, они были очень веселые, очень деликатные А сколько им было лет примерно? Да, им по 20-20 вот, с небольшим То есть, Студенты, в, 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 в... они говорили, что это студенты, мы студенты ага. А как вы понимали друг друга? В плане общения, да никак не понимали Они только, <свят> никак, конечно, мы не понимали их ну, жестами там uh -huh. всякими только, вот. А позже они уже научили, знали несколько русских слов, ну, например. Ну, например, когда уже первое время-то их ничего не требовалось, и им слали посылки, и, в общем, они были хорошо одеты. А уж когда начались бои, это спустя какое время? Спустя. Ну, сейчас я не могу даже сказать, как это было еще начало 41 -го года. И они уже знали, вот когда нужно молоко, млек, говорили я, яйца, куры. Uh -huh. Три слова они знали по-русски. Куры, яйца и молоко. Куры, яйца и молоко. А бабушка, вот кто у тебя из семьи ушел на фронт? На фронт ушел папа. Uh -huh. Поскольку в нашей семье только были девочки, А вообще в деревне ушли на фронт все всех, всех, всех мужч, мужчин э, отправили на фронт. И, в общем я это вот я помню, как папу провожал, провожали только папу. Uh -huh. Вот. Ну а потом э, в деревнях вообще никого не осталось. Uh -huh. вот, только старики, uh -huh. э, дети. Подра подростки, которые тоже ушли в партизаны, многие. пожалуйста но вот вообще как изменилась ваша жизнь с началом войны когда стали бомбить переехали к бабушке прятаться от бомбежек uh -huh. начали бои uh -huh. начали бомбить деревни uh -huh. в общем бой начался бомбили и днем и ночью и в общем мы старались как-то укрытие куда-то спрятаться, чтобы снаряд не попал. Конечно, нам было, я была маленькая, мне было не страшно, потому что мама была рядышком со мной, mm -hmm. вот. А старшие сестры очень переживали, конечно, mm -hmm. очень боялись, mm -hmm. вот. А было вот такое, что снаряд упал прямо около вас? Да, да, было такое. Мы вот буквально наш, мы когда пошли, уехали к бабушке, там, чтобы в, у них большой сад был, мы выкопали окоп и там сидели в этом окопе, а мама ходила, там было где-то 3 километра деревня от деревни, а у нас была там корова, угу. и мы только-только ее там бросили сено, там ей и это самое вышли, и в наш дом попал снаряд. И, в общем, пол дома, ну, в общем, всю стену снесло. снесло да. А вообще были такие времена, моменты, что вам нечего было кушать вот в деревне? Да, когда началось... То вот первое время все было спокойно, а когда начались уже это самое... Стали угонять весь скот, забирать. Мы жили только со своего хозяйства, то, что выращивали, то, что э, производили mm -hmm. сами. Вот. Корова была, куры, яйца, молоко. Но когда это самое... Война, это, немцы стали наступать, почему-то, видимо, кормить надо было солдат. В общем, стали угонять скот. Mm -hmm. В общем... Заболела корова, так осталось у нас. Решное дело, конечно, угу. что нечем, нечего было есть, конечно, не нечего было есть. Вот. Ну вот, вот а, а что кушали-то, когда ну, нечего было есть? Ну, И когда со... было что есть? <laughs> было что есть. Но я не помню, Катя, Катя но, в общем, вот немцы, они, чего, они хорошо относились к тем, что вот мама, они вот кур м -м -м, заберут, кур соберут, у них были такие кухни, потом они приглашали маму, например, она брала меня всегда за руку и все время брала с собой. И вот обрабатывали этих кур. Немцы варили там для Суп. своих солдат да, супы, там угу. готовили, и обязательно котелок супа давали детям, нам, детям. То есть, по сути, вот они курт забирали, но потом делились, делились да? Делились, да, <laughs> делились точно. Давали. <laughs> но ну, у нас еще вот какие-то запасы. Первый год мы еще не так голодовали, голодали. Угу. Первый год. Угу. А уж 42-й год, вот там, там уже наступил голод. Там уже, когда началась зиму как-то мы прожили а весной уже э, немцы то отступали то наши э, приходили mm -hmm. то немцы mm -hmm. и в общем ходили собирали, гнилую картошку, которая не успели выкопать, mm -hmm, когда началась mm -hmm. война на полях, то осталось. Mm -hmm. И вот из этой гнилой картошки пекли лепешки и было очень вкусно ели. Они были такие черные, я помню. Mm -hmm. Но все равно мы ели, в общем, эту картошку. Но поскольку у нас семья была не очень большая, все-таки три человека, там бабушка еще, у бабушки было хозяйство. Mm -hmm. небольшое остались они курто забирали но немножко оставляли mm -hmm. там эти дел mm -hmm. делились делились mm -hmm. постепенно делились да и яйца и в общем ну как-то прожили ну в общем это мама что-то с бабушкой что-то придумывали что-то чем-то кормили детей может быть сами не доедали трудно сказать мне было mm -hmm. около четырех лет в сорок втором году в второй год уже, но ну, там уже стали бомбить немцы уже зиму очень плохо пережили, они все приехали такие охоленые, такие в, в начале войны, да, в начале войны, да, а потом они зимой уже одевали, что найдут и платки на себя на голову одевали, чтобы потеплее было, и в общем им было очень холодно зима было очень суровое, вот а, Энна, а тебя вот э, немцы-то как-то пугали, нет? Вот сам факт, что это кто-то такой иностранный или нет? Ну, вот был, э, очень, конечно, страшно было вот э, про коровы рассказать-то про mm -hmm. это. Давай. Ну, которую mm -hmm. немец, давай, <расскажи. свят> немец решил подоить, но ему тоже видимо продуктов, <свят> стало не хватать. Mm -hmm. А у нас была корова очень э, своенравная. своенравная, да, молоко mm -hmm. давала только маме. Mm -hmm. Вот И он говорит Мама хотела ему подоить Он говорит, нет, я сам Вот сел доить корову в котелок, в общем, <laughs> доел ее на молоко, так и не дает ему никак, никак, mm -hmm. а потом э, в общем, ее ногой стукнула по котелку, она стукнула его ногой по котелку и разозлился во-первых, он не, молока не получил, mm -hmm. а, во-вторых, она вот так вот, так, <laughs> так повела себя, <смех> 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 он выхватил <laughs> пистолет и хотел застрелить. Mm -hmm. Мама упала на колени, стала mm -hmm. умолять, мне нечем будет кормить детей. Но он же тоже ее не понимал. Ну, как-то понимал жестами, видимо. Не знаю, как. Mm -hmm. Но во всяком случае мама плакала, рыдала, конечно, там и все, видимо, видно, что переживает. Переживает, угу. да. Угу. И он не стал стрелять, стрелять нее, да. Так. Приезжали к вам, ну, русские солдаты, какие-то русские <сосат> эти были? Я вот не помню, Катюша, но мама говорила, что... Я знаю, что мама говорила, вот, говорит, вот днем немцы все забирают, то, что есть продукты. Какие-то... Но ну, это первое, пока были продукты еще. Mm -hmm. A uh, noche y también uh -huh. Pues creo que aquí vamos a terminar el video de hoy porque ya es demasiado largo y me va a costar mucho trabajo traducirlo después. La segunda parte del video va a estrenarse el sábado que viene, así que no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanilla para recibir las notificaciones y no perder mis próximos videos. Soy Katherine Ibero desde Rusia con amor. ¡Muchos besos! Nos vemos. Chao, chao. Soy el fuego que...